Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я очень закрытый человек, не хочу, не умею дружить. Отказы мне трудно принимать. Например, когда парень, который мне нравился, сказал, мы друзья не больше, меня это задело. Это самолюбие? Что, я как будто не заслужила что-то хорошее, то, чтобы нравилось кому-то. Он так сказал, как будто я какая-то не такая. Ну что я такого сделала, чтобы нравиться чуть больше, чем просто друг. Я знаю эту тенденцию френд-зоны, я тоже не хуже. Я бы тоже могла бы хорошо проводить время. Это нечестно. Вопрос, как такового здесь, кроме этого самолюбия, я не увидел, поэтому давайте постараемся в целом рассмотреть ваш вопрос. Итак, вы пишете, я очень закрытый человек. Как это проявляется, в чем, исходя из чего, вы делаете такой вывод, что вы закрытый человек? Не хочу и не умею дружить. Ну, не хотите не дружить, не дружить. Вас никто не заставляет. Отказы мне трудно принимать. Ну, это как раз связано с тем, что, вероятно, у вас недостаточно опыта. Взаимодействия с людьми. Потому что, если человек закрыт, иными словами, как бы существует только вот, например, в своей реальности, то ему сложно воспринимать отказы, потому что именно в его реальности эти отказы, ну, как бы означают, по сути, что со мной что-то не так. А в случае же большого количества, или хотя бы какого-то количества, социальных контактов, ну, очень быстро мы можем прийти к выводу, что отказ, это просто отказ, во-первых, во-вторых, отказ в чем, да, то есть, если вы человеку не нравитесь, как, например, партнер романтический, это к вам отношения никакого не имеет, да, то есть, то, что вы понимаете на свой счет, связано с другой потребностью, в реализации. Вот. Например, парень, мне, который мне нравится, сказал, мы друзья не больше, меня это задело. А чем? Понимаете? То есть, как бы, про симпатию ли здесь вы говорите, вот какой момент на самом деле. Дело в том, что если мы действительно испытываем как-то вот симпатию к человеку, да, то, ну, наверное, нам нужно быть готовыми принять этого человека, как минимум, да, нам, наверное, нужно быть готовыми этого человека принять, вот. Если мы, получается, как бы человека не принимаем, да, вот, то, ну, можно ли в таком случае говорить, например, о том, что он нам нравится. Вот, что не, ну, не путаем ли мы ничего в этом случае, да. Вот. То есть это, на мой взгляд, такой довольно важный момент. То есть очень важно, чтобы вы здесь постарались увидеть про симпатию, к нему ли вы говорите. Или вы говорите про что-то другое. Например, вы говорите про, допустим, свою потребность в человеке. Вот. Это не одно и то же. То есть это разные вещи. Вот. Поэтому вот
довольно часто, к сожалению, люди вот это путают, да, довольно часто люди, к сожалению, не различают эти моменты, а эти моменты, они не являются идентичными, вот. Ну и само собой, что здесь вы как бы свою ценность вот сводите к тому, скажет ли вам человек, да или нет, вот. То есть, если человек вам отказывает, вам больно. Вот, это вот именно сведение своей ценности к этому. То есть здесь, ну, на мой взгляд, здесь довольно серьезно присутствует опыт, негативный опыт, причем негативный опыт, я бы сказал, отвержение. Вот. Понимаете, да? То есть вот это, как мне кажется, является проблемой. Вот. То есть, если у вас имело место быть такой вот негативный опыт отвержения, да, боль какая-то осталась от отвержения, вот, то, ну, само собой, вы будете реагировать на это вот так вот, как вы реагируете, то есть задетым самолюбием. Вот. Ну, я, честно говоря, не думаю, что мы здесь можем говорить про именно самолюбие, вот, как таковое. Я не думаю, что речь идет, ну, конкретно о самолюбии. Я думаю, что речь идет изначально о том, что вы с некой такой вот болезненностью подходите к, ну, как бы, к отношениям, вот, на мой, по крайней мере, взгляд, здесь такая тенденция. Дальше, ну, я как будто не заслужила что-то хорошее, чтобы я нравилась кому-то, но, опять же, вы хотите как бы нравится всем, да, то есть вот, или как, или вы хотите, нравиться, как бы, тем, кто вам нравится, вот. То есть есть такое ощущение, что ваша, получается, симпатия, это вот, значит, способ как-то получить любовь, вот. Ну, это не одно и то же, и то, что вы вот себя, как бы, получается, недолюбливаете, вот, то, что вы себя вот как раз-таки принижаете, вот, какой-то, ну, вот, в той или иной степени. А вот это вот как раз является, на мой взгляд, проблемой, которую вы, скажем так, проецируете, то есть переносите, да, на другого человека. Вот. При этом, ну, на мой взгляд, вы себе отчёта в этом не отдает. Вот. Вот так я это вижу. Ну, по крайней мере, вот именно исходя из того, что вы, значит, ну, написали, да, исходя из того, что вы описали.
Он так сказал, будто я какая-то не такая. Это ваша проекция. То есть это ваше проецирование. Вы изначально готовы к тому, чтобы так себя воспринять. Вот. Вы изначально готовы, чтобы так к себе относиться. Вот. А судя по, опять же, тому, что мы можем видеть. Потому что получается, что если вы кому-то не нравитесь, вот как партнер, да, ну, романтический партнер, то вы какая-то не такая, не такая. Вот. Но это же не так. Вот. Но на мой взгляд, это совсем очевидно, что это не так. Понимаете? Вот. Поэтому тут вот как раз очень важно эти вещи разграничить, чтобы не смешивать дальше. И что я такого сделал, чтобы нравиться чуть больше, чем просто друг? Вот смысл этого вопроса я не понял. Я знаю эту тенденцию френдзона, я тоже не хуже. Ну, тут вы как будто бы с кем-то соревнуетесь. Вот, отношения — это не место, где можно и нужно соревноваться с кем-то. Вот, то есть, если вы, значит, устраиваете соревнования, да, то, ну, к сожалению, ничего, ничего хорошего не получится, вот, у вас, по крайней мере, ну, в контексте, вот, выстраивания отношений. Потому что это получается уже желание доказать, вот, что вы не хуже. Я бы тоже могла хорошо проводить время, это нечестно. Тут вот я не очень понял, что вы имеете в виду, проводить хорошо время, вот, что именно нечестно, непонятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за, соответственно, обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.